Насейра, бона сяйра. Вітаю, любі друзі, дорогі сябры. Шалом, шановні глядачі. Говорит и показывает Винница, и Орешка Продакшн представляет открытый чемпионат города по хоккею с шайбой, который будет проходить на ледовой арене Мегамолл, улица 600-летия места Винница. Итак, внимание, тестовый режим, также проверка прямого эфира, камер, зума, все работает. Напоминаю, завтра первый день наших соревнований. Это продолжение турнира, который начался уже в этом году, в новом году. Итак, завтра у нас первая игра состоится, Диадема Гайдамаки, начало игры в 9:15. Завтра должно было состояться 4, но на 13:00 игра отмена Арсенал-Спартак в связи с тем, что не хватает игроков в одной из команд. Спартак, вроде как так. Далее в 15:00 встречаются Маяк Легион Бар и в 17:00 Мегамолл Юность. Это завтрашний день. Пока говорим за завтрашний день. После перерыва, понятно, начало продолжения чемпионата, поэтому тут надо быть четким и последовательным. Итак, в 9:15 вход в Ледовый дворец со двора. Со двора. То есть не через центральный вход, а надо обойти весь Мегамолл, и там со двора вход, кто желает поприсутствовать на этих играх. Вход свободный, понятно, места ограничены. Ну и в целях безопасности, с мерами ограничения, вы все знаете, вы все знакомы. Итак, планируется трансляция всех матчей онлайн на Facebook Андрей Орехов. Facebook онлайн всех матчей, всех, без исключения. Ну, опять же, я давно ребят не видел, конечно, встречусь, мы еще тонкости, нюансы все обовязково обговорим. Так, завтра первый день после перерыва, так что тут много, возможно, будет нюансов. Следите, я ссылочку на свою страничку Facebook Андрей Орехов сделаю под видео в YouTube также. Все игры планируются, опять же, Facebook. Ну, просили, это по просьбам, опять же, трудящихся и спортсменов, чтобы игры шли в онлайн-режиме. Поэтому остальным командам, которые играют после первой игры, вы можете в онлайне следить и смотреть за временем. Я буду говорить время точное игры, когда началось. Возможно, будут какие-то задержки или перерывы. Поэтому тут это действительно хорошо, когда много игр, и мы будем следить, чтобы команды приходили вовремя, там сильно не ждали, какие-то дела свои решили. Все равно выходные дни, наверняка дела будут. Поэтому тут будет все четко и по времени. Так что следите, следите, следите. Какие еще вопросы и нюансы, спрашивайте на Фейсбуке, пишите. Информация по играм и календарь также будет появляться от Орешка в Фейсбуке. И какие-то игры выборочно, одна игра, возможно, в день, будет появляться и в Ютубе. В Ютубе на страничке Андрей Орешек. Какие вопросы, пожелания, предложения, пожалуйста, пишите, говорите. Завтра, напомню, первая игра, начало, утреннее время в 9:15. Также просьба к командам, представителям команд и капитанам команд, составы играющих команд ваши точно, это номер игрока, фамилия и имя. Обовязково. До игры заранее, желательно в отпечатанном виде. В отпечатанном виде. Итак, пожалуйста, открытый чемпионат города Винницы по хоккею шайбы вас ждет завтра. Завтра. И далее у нас на воскресенье также будет второй день игр. Такой режим, такой распорядок на данный момент. Вот я показываю вам, пожалуйста, чтобы вы знали. Насчет завтрашних игр будет известно точно уже завтра. Значит, завтра одна игра, которая на 13:00, отмена, отмена. Пока такая информация. Возможно, будут изменения. Всем хорошего настроения спортивного Винницкого. Так. Прохладный винницкий вечер и также тестовый режим, камеры, зума и всего, всего-всего. По всей видимости, я вижу, что качество видимости улучшается, Facebook работает, ну и также камера также должна работать и в Мегамоле. Итак, пожалуйста, вам спортивного
дня. До побачення, до завтра. 9:15 вход со двора, напоминаю. Улица 600-летия, Вишенка. Счастливо, чао-какао, Альфи друзей. Ваш Орешка. С вами комментатор и оператор хоккейных игр Винницы. До побачення. 067-18-67-212. Я на связи.